Начались каникулы. И это главное событие для школьников и их родителей. Наступает пора летнего оздоровления. И за исключением тех, кто заканчивает учебу и сдает экзамены, у детей сейчас одна обязанность – хорошо отдохнуть. Набраться сил и получить кучу положительных эмоций. Оздоровление в Могилевской области пройдут 42 тысячи детей, и почти половина из них в загородных лагерях. Как начинается лето в Могилевском районе, расскажет Кристина Каранкевич. Дети с чемоданами, родители в провожатых. Фойе напоминает вокзальный зал ожидания. Первый день в лагере всегда так начинается. На первую смену в оздоровительный лагерь Дубровенко ожидает 240 ребят, причем не только из Могилевской области. Расскажи, что тут интересного в лагере? Что тут много друзей можно завести, тут гулять можно, свежий воздух. А сколько тебе лет? Уже 7. 7, короче, тебе можно уже в лагерь? Да. А тебе хотелось? Да. А чего не хватает для счастья ребенку? Наверное, еще других детей, чтобы познакомиться, веселье. В загородный лагерь берут 6 лет. Даже таким малышам здесь интересно. Это же свобода, которую мы, родители, иногда чересчур ограничиваем. А стать более самостоятельным наверняка хочет каждый ребенок. В начале смены всех детей обязательно взвешивают и даже измеряют мышечную массу. За 20 дней, говорят в лагере, ребята и подрастут, и сил наберутся. Дети отдыхают хорошо, дети поправляются, дети на свежем воздухе кушают хорошо. Это наша цель. За детский рацион отвечают повара, в их меню каждая калория на счету. Когда питание шестиразовое, как-то и чипсов не хочется, ну разве что иногда. Что на первое? Суп гороховый. А детям нравится? Нравится. Святая святых любого лагеря – столовая. Здесь детей кормят практически на убой. Здесь и первое, и второе, и третье, и голодным точно не останешься. Привет, скажи, вкусный суп? Угу. Приятного аппетита! Спасибо! Каникулы в этом году пройдут под девизом «Лето – время открытий». И воспитатели стараются, чтобы дети не скучали. Наша первая смена называется «Каждый день необыкновенный», поэтому он для детей будет на самом деле необыкновенным. Здесь будет много спортивных мероприятий, таких как футбол, волейбол, будем ходить в бассейн, так и различных творческих. Ну а родителям остается только желать хорошего отдыха своим детям и себе, конечно, тоже. Чего вы пожелаете всем детям в эти летние каникулы? Оздоровиться, конечно. И набраться сил к учебному году. Здесь можно познакомиться, найти много новых друзей и расслабиться, отдохнуть от дома, на свежем воздухе подышать. Вожатые никогда не скучают, если тебе скучно, они тебя развеселятся. Тут никогда не бывает скучно. Дискотеки есть? Конечно. Каждый вечер, даже если дождь, мы идем в какое-нибудь здание, и там тоже проводятся дискотеки. Лето должно быть веселым, жарким, ярким. Таким должно быть лето. Море друзей, позитива, так, отдых от дома, от школы, от всего, даже от нас, от родителей. Этим летом в Могилевской области будет работать 20 загородных лагерей, по 4 смены каждый, а еще школьные, спортивные и на выбор, кому что нравится, чтобы лето было на пользу, главное, на здоровье.